Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о моих фаворитах февраля. Первый фаворит – это, конечно же, конец зимы. Наконец-то она закончилась, вернее, ну как, погода еще за окном совсем не весенняя, но когда наступает март, приходит осознание того, что все, наконец-то эта зима паршивая уже закончилась, и уже дальше будет все теплее и теплее. И я даже уже поменяла фон на более весенний, потому что все, у меня уже закончилось какое-то терпение на эту зиму. Я отказываюсь уже ее просто принимать и воспринимать, и все, для меня уже весна и точка. Фаворитов в феврале у меня было не так и много, но, в принципе, я собрала какие-то вещи, которые действительно достойны внимания, потому что они просто отличные. И мне кажется, что вам будет интересно о них узнать. Первое, о чем хочу вам рассказать, это масло для кутикулы. На самом деле, у меня это масло уже очень давно, я не знаю, наверное, оно у меня уже с год, если я не ошибаюсь. И использовала я его, ну, где-то, наверное, если не собрать, 1/4, наверное, этого пузырька. Почему я, собственно, решила его упомянуть? Потому что на днях я делала маникюр, опять-таки, в такой вот пастельной гамме сделала, весенняя тема продолжается у меня. И когда я делала маникюр, я поняла, что единственное, что способно его продлить и сделать вот идеально выглядящим на протяжении всех 2 недель, потому что я использую гель-лаки, и маникюр я делаю, грубо говоря, раз в 2 недели. И как бы я ни старалась, и как бы я там не вырисовывала ногти свои, все равно постепенно кутикула начинает грубеть, начинает немножко зарастать, и даже дня уже через 4-5 руки начинают выглядеть уже так немного не очень аккуратно. И когда я использую масло для кутикулы, это мгновенно возвращает свежесть маникюру, и как будто вот такое впечатление, что я его только-только сделала. У меня это масло от Hollywood Nails. Ну, по сути, наверное, особо разницы нет, какое масло покупать. Любое сгодится, даже кремом можно хорошим таким питательным пройтись по кутикулам, это сразу же вернет ваш маникюр в прежнее состояние. И еще одно масло, о котором хочу сегодня поговорить, это кокосовое масло от Gauche. Я просто в дичайшем восторге от этого масла, потому что оно потрясающе тоже подходит для увлажнения кончиков волос между бытьем головы. То есть после того, как я только помою волосы, я использую масло Moroccan Oil на влажные волосы. Но если Moroccan Oil я буду использовать на сухие волосы, то они у меня сразу превратятся в сосульки. Оно очень такое интенсивное и очень сильно жирнит волосы. Вот на влажные не работает нормально, а на сухие уже плохо. Вот это же масло очень классно работает именно на сухих волосах. Оно моментально впитывается. И вот я с момента покраски, сколько, наверное, прошло уже месяца полтора, как я покрасилась в светлый оттенок, и я еще ни разу не была у парикмахера, и смотрю сейчас на свои кончики, я не вижу посеченных кончиков. Для меня это практически рекорд, потому что, во-первых, я сменила цвет на светлый, и, по идее, мои волосы должны быть вообще убитыми, но на самом деле я смотрю, что волосы у меня по ощущениям очень даже приятные. Мне кажется, что даже вот то, как они себя ведут, то, как они лежат, мне очень нравится. По крайней мере, я смотрю свои старые видео, и я реально вижу разницу между тем, как они выглядели тогда и как они выглядят сейчас. Не могу сказать, что это заслуга сугубо только этого масла, но это масло действительно очень классно питает кончики, и вот за вот этот месяц-полтора вообще у меня абсолютно нет посеченных кончиков, поэтому я этому безумно довольна. Давайте дальше перейдем к декоративке. Хочу показать вам вот эту палетку Sleek. Недавно я ее показывала в покупках, говорила, что она мне нравится и так далее и тому подобное. Да, палетка действительно классная. У меня она, кстати, в оттенке Fair, и называется это Face Form. Но больше всего я хочу здесь отметить, как неудивительно, румяна. Румяна вообще для меня это такой косметический продукт, без которого я могу легко прожить и абсолютно никак не расстроюсь, если завтра они исчезнут с косметического рынка в целом, их не будет. Но вот эти, на удивление, действительно очень красиво выглядят на лице. Они очень ненавязчивые, но в то же время они создают вот действительно такой красивый румянец, легкий-легкий, но в то же время он такой здоровый, немножко переливающийся. Вот они у меня сейчас на щеках, не знаю, насколько вам будет видно хорошо или наоборот не видно, но вживую очень красиво. Вот я не знаю, как на видео, но вживую вот действительно очень красиво. И я даже на днях говорила с мамой по скайпу, и она мне такая: ты что, румянами начала пользоваться? Я
я такая, ну, как бы, да. Она такая, тебе очень хорошо, тебе идет этот цвет. И я такая думаю, все, надо включить эти румяна срочно в фавориты, потому что не только я так думаю, но и даже окружающие хвалят то, как они выглядят на мне. А это о многом говорит, потому что в основном все румяна делают мне какой-то... как это даже сказать, то есть возвращают естественную красноту моей кожи, и выглядит это совсем непривлекательно. Еще один огромный фаворит — это консилер под глаза от Maybelline, который называется Instant Age Rewind. У меня это оттенок, если я не ошибаюсь, light, да, это оттенок light. Потрясающий просто консилер под глаза, очень светлый, но в то же время у него достаточная пигментация для того, чтобы перекрыть любые темные круги под глазами. Если у вас сильные темные круги под глазами, тогда берите не оттеночные, а берите, у них есть neutralizer, называется он, и он именно нейтрализует вот эту темноту и очень хорошо ее скрывает. Если же проблемы там не сильно глобального масштаба, а просто вам нужно что-то, чтобы сделать вас живым человеком, не похожим на зомби, то выбирайте оттеночные именно уже эти консилеры. Мне безумно он нравится. Он абсолютно не сушит, красиво ложится, красиво растушевывается, не скатывается в морщины. Ну, в общем-то, что еще нужно хотеть от консилера? Он у меня, наверное, тоже где-то месяц-полтора, и уже половины нет. И что особенно мне нравится, это его упаковка. Упаковка потрясающая просто, потому что вы не расходуете ни грамма этого продукта. Когда вы вот так вот его прокручиваете, здесь вот такой вот ограничитель опускается, 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 и выдавливает просто все до последнего грамма этого консилера, поэтому упаковка продумана на 5 с плюсом. Вот я хочу, чтобы вот такого плана все были упаковки. В последнее время я начала экспериментировать с какими-то насыщенными губами, с какими-то такими винными оттенками, и вот попалась мне под руку вот такая вот помада от Faberlic, это номер 4734. Когда только появились эти помады в форме карандаша, это был единственный оттенок, который я не заказала, потому что я была полностью уверена, что он мне не понравится. Ну, мода есть мода, конечно же, мне хотелось попробовать, как же это будет на мне выглядеть. Я накупила кучу похожих оттенков в Wet n Wild, но чем конкретно мне нравится эта помада, это тем, что она... Ее можно сделать очень оттеночной, но в то же время очень стойкой. Я ее не наношу вот так вот, как есть, в общем-то, из тюбика, из этой упаковки. Я беру немножко на палец, наношу это на губы, вбиваю в губы, так втираю хорошо в губы, и она становится такого интересного оттенка, губы становятся такие яркие, вот немного с намеком на такой вот сливовый эффект, но в то же время они очень стойкие. Губы при этом становятся очень яркими, но в то же время цвет выглядит очень натурально, как будто это ваши собственные губы, настолько яркие, настолько пигментированные, настолько сочные. И самый огромный плюс заключается в том, что держится это на протяжении всего дня. Такой метод выдерживает и перекусы, и кофе, чай, и в общем любые преграды ему не страшны, потому что вот такое вот вбивание очень сильно въедает пигмент в губы и держится это просто очень-очень долго. Я обожаю просто использовать эту помаду с каким-то минимальным мейком, там может быть какие-то стрелочки, тон, и вот эта помада и выглядит очень классно. Не броско, нет ничего такого crazy на губах, но в то же время очень-очень классно выглядит. И последнее, о чем я хочу поговорить, это две вещи, которые я в последнее время начала использовать на своих бровях, можно, наверное, так сказать, вернее, для оформления бровей. Что это такое? В общем-то, первое — это консилер от Pixi, который называется Wake Up Concealer. Оттенок у меня первый cream. Этот консилер я купила уже довольно давно, но как-то я его забросила, потому что оттенок очень-очень светлый. Для меня, даже для моей бледной кожи, он все равно выглядит очень бледным. Он вот такой вот, с такой вот ручкой на конце. Консилер сам по себе очень неплохой. Плотный, хорошо перекрывающий, и вообще он рассчитан на зону под глазами. Что, собственно, я начала делать? Я начала оформлять свои брови карандашом, потом фиксировать их гелем для бровей, и после этого я начала проходиться вот так вот под бровью, хорошенько растушевывать консилером этим, проходиться под бровью, растушевывать это все. И подарку я наношу второй продукт, о котором хочу рассказать. Это перламутровая пудра от Лосян в самом светлом, таком перламутровом, очень светоотражающем оттенке. И вместе два эти продукта
еще больше подчеркивают брови, но в то же время они их не делают, ну, как мне кажется, слишком графичными, вот такими инстаграм-бровями, там, где просто вот как будто они нарисованы. Эффект получается намного более выразительным, но в то же время мне кажется, что мне это идет, потому что брови действительно как-то выглядят более аккуратно. Я никогда практически не использовала ничего такого светоотражающего под бровями, потому что классическая школа это запрещает на форме глаз, такой как у меня с нависшими веками. Если мы используем что-то на нависание шиммерное, то в теории это как бы еще больше увеличивает нависание. И как-то я все время ограничивалась какими-то матовыми текстурами. Но мне кажется, что во всяком правиле есть свои исключения. И вот как мне кажется, мне идет такой эффект. Глаза как будто становятся более яркими. Есть хайлайт не только там во внутренних уголках глаз или там на нижнем веке, но как-то глаз в целом обрамляется в этот хайлайт, и мне очень нравится такой эффект. Конечно, это занимает немножко больше времени, это дополнительные шаги, но если делать какой-то вечерний макияж, то мне кажется, это очень красиво смотрится. Ну вот и все, это были все мои фавориты февраля. В следующем месяце уже будут какие-то весенние фавориты. Обязательно расскажите мне, что вы любили этой зимой, какие у вас, может быть, открытия были этой зимы, или какие продукты вы сейчас достаете из ящичков, из косметичек уже на весенний период. Мне тоже будет очень интересно об этом узнать. Давайте обсудим это с вами в комментариях и увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!